Чего ты улыбаешься? Рассказывай. Что ты? Это хвостики. Хвостики? Да. Это мамин хвостик, а это Дима. Угу. Мамин хвостик большой, да? Длинный, мама большая, потому что. А у Димы хвостик маленький. Почему? Да. Это у нас плохо кушает, он маленький. Потому что Дима еще маленький. И кушает. Нет, ты кушаешь нормально, кстати. Плохо. Ну ладно, пусть будет плохо. Какие у тебя хвостики? Ну-ка. Держи его. Какие длинные, красивые. А расскажи, где ты его взял с утра? Хвостик. Хвостик из матраса взял и сделал. Из матраса? Да. Сделал хвостик беленький. А где ты его из матраса-то? С какой стороны ты его там берешь? Вот тут. Это крепится хвостик и все. А ты будешь еще прикреплять его? Да. Чем, как? Уж держаться не будет. Вот такой, такой большой сделать, и будет хвостик так держаться. На такой огромной дырке хвостик будет держаться? Да. И маме дырку сделает на попе, тоже будет держаться. На попе? Да. Не на штанах? Да. На штанах? Да. Слава Богу, что хоть на штанах. Ну, теперь я не сосить этот хвостик на штанах. Так все-таки там зашить надо? Да. И сейчас я сам перетолачу этот хвостик. Что надо еще? Если сам перетолачу этот хвостик. Забинтовать? Да, чтобы он крепко держался. У тебя вот этот будет новый хвостик. Новый хвостик у меня будет? Да. А старый где? Старый. Выкинули. А, выкинули. То есть ты тут с хвостиками занимался? Что вы вроде мылись пару дней? Вчера, позавчера, что ли? Вот там я сделаю новый хвостик, вот там сделаю. Ну хорошо, там. Да? Ты козявка мамина? Да. Ты тут занимался хвостиками сегодня, да? Да. И вот сделал я хвостики. А что воду ты не допил? Воду. Допивал обычно, а что-то не допиваешь уже последние дни. Козейка. Я так сделаю хвостики и все. Хорошо, сделаешь хвостики. Так. Смотрите, у нас сегодня яичница с замороженным хлебом. Замороженный хлеб очень, кстати, удобный для яичники. И когда, допустим, не успеваешь испечь хлеб, прям вообще очень удобно. Достал, разморозил хлеб, это намазал маслом, сыром положил, и ребенок съел. Прям классно. А Дима что тут делает? Все свои домики строит и строит. Домики и домики. Домики и домики, да? У тебя домик красивый. Тебе нужно быть архитектором, Дим. Мама хотела, чтобы Дима врачом был. Да? А Дима, видимо, не врачом будет, а архитектором. Да? Сима, смотри, поджаристый. А он тут еще не очень. Он поджарится. Не будем мешать им. А вот тут, кстати, у меня форма. Здесь был ржаной хлебушек у нас. Вот он. Вчера делала его. Очень прям обалденно вкусный. Прям обалденный. Вот такая вот очаровательная вкусняшка у нас получилась. А ложку дай мне. Ложку? Да. А потом я яички там буду есть. Лоской. Ням-ням. Вкусно. Как Дима вкусно кушает. Малыш маленький мой. Да? Вкусно? И у меня примерно такое получилось. Не очень сегодня красиво все это выглядит.